Здравствуйте, гости и зрители моего канала. Вас приветствует Татьяна. Сегодня выходной, и у меня, как всегда, генеральная уборка с самого утра. Навожу порядок на окне, поливаю цветы, вспрыскиваю, которые нужно. И хочу вам показать еще свою виолу. С ней все хорошо, она уже вот такая вот большая, вытянулась немножко, хоть и ставлю под подсветку, но ничего, я думаю, все будет хорошо. На окне порядок, будем продолжать уборку дальше. Ну и, конечно, стирка, как же без нее? Без нее не проходит ни один простой день. А что уж говорить о выходном и о генеральной уборке. Машинка сегодня будет стирать не один раз. А надо еще разобрать белье, которое стиралось раньше, ведь оно еще не убрано. Навела порядок в кладовке. Теперь нужно помыть вот это окно. Сейчас постелю еще на окно клееночку, потому что постоянно что-нибудь то просыпется, то прольется. На том окне у меня лежит клеенка, очень удобно, поэтому здесь я тоже это хочу сделать. Еще хочу показать, я вот посадила петунию, если будет видно. Смотрите, замечательно сошла в петуния, практически вся. Сажала я ее на снег. Когда она уже хорошо у меня вырастет, я сделаю видео полное от посева до цветка. А сейчас она, посмотрите, как у меня хорошо взошла. Вот так вот постелила старенькую клееночку. Все равно она уже никуда не пригодится. А здесь самое то. И сейчас оставлю на окошко свои цветочки. Ну вот так вот получилось. Люблю убираться в зале. Здесь все легко и просто. Всегда практически чисто. Достаточно хорошо помыть пол. А Муся составляет мне компанию. С ней всегда весело. Все в зале убралась. Сейчас открою балкон. Пусть немножко все проветрится. Сегодня буду мыть свой унитаз от известкового налета с помощью вот такого средства, моющего средства для посуды, и уксусной эссенции. Пользовалась разными средствами. И вот такое, и вот такое. Но уксус и моющее средство удаляет известковый налет лучше всех. Если кому-то будет интересно, как я делаю это средство, спрашивайте, я сниму видео. Все, в туалете порядок, поехали дальше. Теперь осталось убрать в прихожке и пойду на кухню. Пришло куча квитанций, пора платить. После Нового года оплата, конечно, очень хорошая, но ничего, как-нибудь справимся. Так, ну вот и в прихожке навела порядок, набрала мусору опять, как всегда, целую кучу. У меня такое ощущение, что в день я выкидываю мусор больше, чем приношу домой продуктов или каких-то вещей. Не знаю, откуда он берется. Все, порядок навела. Теперь на кухню, но на кухне убираться пока не буду. Пошла в магазин, нужно купить немного продуктов. И думаю, что весь остаток дня проведу на кухне. Я там по 80 возьму. Вернулась домой, белье постирано, сейчас все повешу. На балконе сегодня очень тепло, посмотрите, аж 16 градусов.
На улице солнышко, красота погода. Теперь иду на кухню готовить ужин, уже вечер, а моя кошечка Муся мне сегодня целый день помогала. А вам спасибо, что заходите, спасибо, что смотрите. Всем удачи, всем здоровья, всем пока-пока.